Судебный зал был полон родственников и знакомых подсудимых. Они категорически не желают попасть в объективы видеокамеры. Председательствующий судья Абсатар Шахидинов оглашает имена и фамилии подсудимых. Специализированный межрайонный суд по уголовным делам Южно-Казахстанской области рассмотрел уголовное дело по обвинению Биржана Баязерова, Нурсултана Алги, Тимура Дильдабекова, Нурсултана Дусполова. Все четверо ранее служили участковыми полиции, два в звании капитана, два старших лейтенанта. Они сначала приобрели наркотики и должны были передать его лицу, который оказался агентом Комитета национальной безопасности. Когда они ему передали, они попросили, чтобы он нашел человека, которому он передаст наркотическое средство и склонит его к употреблению. И в это время они должны были его поймать за употребление. За счет этого они хотели улучшить свои показатели по работе. Между тем, сами полицейские оказались под колпаком у Комитета национальной безопасности. С февраля этого года спецслужбы начали оперативную разработку участковых. В апреле при передаче марихуаны они были арестованы. Трое признаны виновными по статьям приготовления к преступлению, незаконный сбыт наркотических средств и склонение к употреблению наркотиков. Приговорены к 5 годам лишения свободы. Четвертый признан виновным в склонении к употреблению. В момент сбыта марихуаны его не было. Он находился на учебе. Он приговорен к 3 годам лишения свободы. Все лишены звания, а также им на 10 лет ограничено право работать в правоохранительных органах. Приговор пока не вступил в законную силу.